В зале ДК Литвинова ажиотаж. Ни одного свободного места. Десятки горожан пришли на встречу с главой города Олегом Фурсовым. Она продолжалась больше 3 часов, и ни один вопрос без ответа не остался. Основная часть диалога – о благоустройстве Кировского района. Главное место отдыха жителей – проспект Юных Пионеров – отремонтировали совсем недавно. Теперь горожан волнует судьба парка, который примыкает к проспекту. Вот будет ли благоустроен парк имени Металлургов, будет ли благоустройство? Мэр подтвердила, ремонту быть. Власти района уже готовят проект и смету. Все работы планируются на следующий год. У нас уже есть предложение от жителей Кировского района, на что обратить внимание. Это, во-первых, тротуарные дорожки, мощение, замена аттракционов, очистка озера. Навести порядок жители просят и на площади Кирова. Если с одной стороны от проспекта глаз радуют зеленые скверы и мощеные дорожки, то с другой стороны картина совсем другая. Если мы глянем с вами на противоположную сторону, то перед нами лихие 90-е годы с разбитыми киосками, палатками и лоточной торговлей. Согласен с вами, Елена Георгиевна, это промышленный район. Давайте мы главе района сейчас дадим поручение подготовить предложение по демонтажу этих киосков. Я так понимаю, что об этом именно вы говорите, да? Да. Чтобы площадь освободить. Конечно, хорошо. Да. Видеть чистые улицы хотят и в 15-м микрорайоне. Сейчас этому мешает открытая ливневая канализация. Вот она сейчас завалена вся мусором, поваленными деревьями. Там во время вот половодья и дождей вода поднимается. Ливневка вся засорная, не работает. Наш микрорайон половина в воде стоит. Глава района докладывает проблемы и уже занимаются. Оказалось, что канализация ни у кого на балансе не стоит. Поэтому оплачивают работы из бюджета района. Уже определен подрядчик, который приступил к очистным работам, так скажем, на этом сооружении от проспекта Кирова. За счет средств района приведем в порядок, мы уже начали. В какие сроки приведете? Ну, наверное, нам недели 2-3 нужно, чтобы закончить там объем достаточно большой, пока начали от проспекта Кирова. Давайте 1 июня срок, мне доложить. Все вопросы, а их было несколько десятков, взяты на особый контроль главы города. Следующая подобная встреча пройдет на этой неделе в Куйбышевском районе. Валерия Макарова, Станислав Левин, события.